Никита, сейчас нужно с Никитой поиграть. Ладно, с Мишей. Ну, сыграем в хуй. Вдруг Никита зайдет, я грен отключу. Прошла вьетнамка, поздоровалась со мной, я же охуенен. Короче, играем против Миши. Если он будет дефиться, то я не знаю. Этот чувак, наверное, когда видит какого-то ебаного, охуительного противника, он перестает дефиться. Он начинает рашить, потому что перед ним, как бы, блять, какой-то уебан, который только вчера узнал, что такое ножи, типа Азе Салам, там, Азе Вар и вот такого. Ну, смотрим, короче. Давай, блядь, Миша, зараш меня. Хорош, Миша, раш, блядь, меня. Красава. Так, смотрим. Сейчас он не выдержит, снова зараж. Смотрите, смотрите, он просто хочет поближе ко мне. Аху там, блядь. Похуй, я, блядь, хотел его убить, сваншотить, не получилось. Ой, даже это комплимент какой, блядь, смотрите. Ясно. Ясно все с тобой, Миша. Так. А я там, блядь, рашу, как нехуй делал. Блять, ну смотрите, какой я долбоёб, смотрите, как я зарашил, как Никита зарашил. Я даже назову этот раш, как Никитинский раш. Никита, блядь, твою честь, кстати. Смотрим. Смотрим. Дэвси, Дэвси, конечно, Дэвси. Неплохо, на самом деле, он уловил момент, он меня ударил, все-таки, ну, коцнулся, коцнулся. Ну, блядь, тут даже я скажу, мне нужно было, скорее всего, F-ку нажать, потом отойти и убить его. То есть, чтобы он не достал, потом я F-ку нажал бы и... Блядь, ну нахуя я так сделал? Кстати, очень важно в этих моментах найти противника, а не просто ебошить, понимаете, о чем я? То есть... Не надо, как бы, вот, вы попали с противником, но мы, блядь, вот, чё, куда я попал, нахуй, темнота, бля. Понимаете? Просто смотрите, потом ударяете, чем 20 раз просто так ударить. Коц, блядь, он меня сваншотил. Ну, снова-таки я долбоеб, я вижу, как он, как пидорас просто рашит мне, да? Можно его просто отойти назад и сваншотить, а нет же, блядь. Вот как сейчас, например, я вижу, он рашит, и все, хуяк, блядь, в голову. Почему? Потому что ты, Миша, просто не смотришь. Ты просто идешь вперед. Ты не рассчитываешь, что я могу сделать, могу ли я там зарашить, задепить, макросить. Ты просто идешь вперед. Смотри. Вот смотри, что за раш, блядь, что за раш, что за ебаный раш? Ты как, блядь, ебаный, как там его там кенгуру, блядь, просто раши, прыгаешь, сука, на меня. В чем прикол? Потом, сэд, сэд, я не могу зарашить, они никого не ваншотятся, смотри. Ну, ебись она все конем, наверное, нужно было просто два раза зарашить. Ну, сейчас нормально зарашил, если честно. Хоть немножечко дистану, похуй, главное зарашил. Нормально зарашил. Есть, блядь, хотя бы капелька мозгов в этом океане. Ну вот, я дохуительно просто зарашил, блядь, ну коцу он не сланшутит. Что ж, не стану хвалиться, конечно, но, блядь, просто, да, ёбаный рот. Ну, тут тупо уже, тут тупо, даже нечего комментировать.
Мишинский раш. Смотрите, ребята, Мишинский раш. Я сейчас вам покажу. Вот. Сука, иди вперед. Какая разница, кто перед тобой, где он, блядь. Просто иди вперед, смотри. Вот. Вот. Смысл, сука. Ну так посмотрите на него. Блять, посмотрите на меня, на этого долбоеба, который просто зарашил как долбоеб. Никитинский раш сделал. Никитинский раш. Остался по себе курсом. Мишинский раш. Мы ждем. Я лично жду, как он, когда он так начнет рашить. Давай, Миша. Миша, я знаю. Ой, блядь, нихуя себе дисла. Коцнул. Коцнул. Сломшился. А, этот щенок мне заебал, кстати, я сейчас его выиграю. Хуй ты так на PvP-турнире не играл, пидорас. Ой, возможно, я немного устал. Возможно, я уже больше не тот. Возможно, я просто распиздяй, который раскомандовался. Бывает, блядь. Изи. Ну, вот такие вещи лучше не делать, кстати, потому что, блядь, рискованно. Я заебался просто с этим пидорасом играть. Смотрите, как дефится. Так дефится на КВ, блядь. Ну каким хуем ты меня ударил? Все, я на дефе не пол. Сука, каким хуем? Че за диста? Серьезно, что диста? Топор, что ли, надо было взять? Пох. Да, блядь.